Всем здорово, ребят. Ну что, вот и началось обновление. Качаем обновку 90 мегабайт. Сейчас посмотрим, что там у нас интересного. Бегали мы с вами в Бравл Старс. Перед этим стримчик был. Сейчас мы поиграем в битву замков. Посмотрим, что здесь интересного есть. Установка есть. Поехали. Let's go, baby. Посмотрим, что нам интересного приготовили и будем уже определяться. Что же за обнову нам? Где ты? Куда ты делась? А вот ты. Где-то переместилась. Это обновление. Обновили и пропал значок. Итакс. Так, это что за аккаунт? Это не мой аккаунт. Ладненько, потрешуем пока здесь. Поехали. Что мы имеем? Новый герой. Вот так он выглядит. Можно достать без доната. Да, да, бездонатный герой. Так, смотрим его статки сразу. Сравниваем. Жизни у него мало. Атаки у него прилично. Скорость атаки бешеная, 800, это 0,8 получается, хорошая скорость, а не, или наоборот там, не, все правильно. Скорость атаки хорошая, то есть он будет включаться очень быстро, скилл его, вот так вот он выглядит на эволюции, ну, в принципе, неплохо. Подкачанный персик, персик, ну вы, конечно же, ставьте лайки. Делайте репосты, участвуйте в конкурсах. Отлично. С этим разобрались. Поехали. Самое интересное, думаю, для многих это девятые скиллы. Десятка. Вот вальс клинков. 50. 60 получается. Ну, неплохо, неплохо. Его лечение 200. Дар жизни. Было 120, стало... Или огонь жизни, огонь жизни. Вот так вот поменялось 170. Здесь было 30, стало 35, плюс 250. Здесь 150 атаки. Ну, неплохо, 5000. 1250 дают эти. 100 энергии. Выживание плюс 500%. Ну, оно и так хилило на фул. Вот изворот будет интересно потестировать. Раскол. А, так, это дар жизни. Плюс 50 и плюс 10%. Вот это неплохо прибавочку рвения дало. Пакт. 240% будет. Вот так вот даже меньше, чем у этого. Так, здесь 120 и 70. Тут 170, 180. Нифига себе. 27 секунд. 200%. Обалденно тоже. 140% полторашка. Это фигня, это фигня. Здесь 80-60, то есть герой будет заряжаться за 2 захода, за 2 секунды, то есть раз и второй уже заряд идет. Интересно, так, что у нас здесь? Здесь такое себе. 100 энергии. Здесь у нас будет 130 жизни и 4 секунды, точно так же, как и было. Баст по 120, так, это 140, тут 25%, 230%, бог войны будет давать 200%, тоже неплохо, я считаю. Так, 80 каменка, берст 120%, 90 бег, замедление станет 65%. Так, здесь 4 по 100 энергии будет снимать и сразу же фул энергию забирает. Ракушка имеет 50%, 80 энергии. 80 хп и 55% отражалки. Было 50, будет 55. Плюс жизнь огненка будет тащить, реально. Так, что у нас здесь? 80%. Ожог. Был 65, а станет 80. Это просто жесть. 80 ударов, это будет полный трэш. Так, 100-120. Вот так вот увеличение. Здесь 3,5 секунды. Было 3 и 45% на срабатывание. Здесь 2 героя на 100%. В общем, вот так вот. С этим разобрались. Сейчас я гляну по списку, что там интересного. Героя я вам показал. Скины я вам показывал. Так, новый уровень защитной команды.
Давайте я сейчас, наверное, все-таки перейду на свой второй аккаунт основной. Так, есть. Смотрим, что тут у нас интересного. Новый уровень защитной команды. Не знаю, что это. Давайте разберемся. Зайдем сюда. Здесь ничего не поменялось. Здесь у нас ничего не поменялось. Не знаю. А, вот оно что. Посмотрите, можно еще что-то добавлять. 4, 5, еще какие-то статы дают. 8 левел. Это какая-то, короче, ребята, реально новая дичь будет. За 2000 за пешек. Один из четырех. Сейчас разберемся. Так, давайте позащелкиваем. Я, в принципе, зачем щелкать? Мы можем так паролить. Вот. Открывается. Дальше идет за самоцветы. Дальше карта обновления, либо 300 самоцветов. Ну, давайте 300 самоцветов. Так, хорошо, если мы сделаем вот так вот и нажмем на эту кнопочку, ничего не поменяется. То есть это по сути какой-то прирол, что ли, я не могу понять. Короче, жесть, опять донатная хрень, по-любому. Один из четырех. Типа, если будет еще доролить, все понятно. Если доролить... Созвездие дальше. Вот смотрите, у нас четверки, пятерки. Мы можем сейчас сделать небольшой тест. Герой. Короче, это жесть, ребят. Это донатная хрень, я уже понял эту суть. У нас теперь созвездия будут давать еще дополнительно бонусы. Насколько я понял. Вот вы можете переролить их. Давайте я сейчас сделаю вот так и заролю. Вот, у меня вообще ничего нету, пропал бонус. Сейчас я заролю вот так. Еще разок за 150. Давайте вот эти сохраняем. Давайте эти попробуем улучшить. Пятерки. Самого просто нет. Вам же аккаунт. Я сейчас вам просто пойду дальше, на других покажу. В общем, это дарол созвездий. Чтобы вы понимали, это донатная хрень, которая будут давать дополнительно, если у вас будет 8 пятерок, вот такие вот статки, 6 пятерок, такие статки. Четверки будут вот такие статы, вторые там и третьи. То есть вот зайдем сейчас на следующего героя. На ком там наролено? Вот два. Вот второй бонус у меня активирован. То есть еще дополнительное улучшение. Это все из-за того, что здесь. Если я сделаю вот тут вот так вот открою, ну ничего не поменялось. То есть это дополнительное открытие. Сейчас мы глянем, или оно дает у нас силу. По сути, вы можете доролить каких-то два для своего героя, сделать больше ему уклонения. Короче, это донатная фигня. Это печаль. Это реально печаль. Да, оно дает дополнительно силу, будут давать. То есть можно будет улучшить дополнительно силу. Ну и конечно же самоцветы. Трата за самоцветы. Зажать вы не можете созвездие. То есть надо выроливать пятерки чисто за самые. Либо за карты. Вот так вот. Вот для чего-то, как я и говорил, для созвездий. Так. Давайте поищем новую локацию. Если она здесь есть. Что-то у нас тут добавилось. Здесь, понятно, героя добавили. Здесь... А, там у меня скин был. Где наша новая локация? Ау. Вот она, скорее всего. Да, вот она. Вот эта локация. И, судя по всему, здесь надо бить боссов. Создаем команду, бьем боссов. Я вам засниму отдельный видосик о ней. В общем, здесь боссы.
Второе, мне что ли, силы не хватает, показывает, я не знаю, или надо первую. Будут давать вот такие вот плюхи, неплохо. Короче, будут плюшки дополнительные, но надо проходить это все. Есть каких-то три героя, которых можно использовать. Ну, в общем, вот как-то так она выглядит. Окей. С этим разобрались, то есть будем проходить, посмотрим она какая донатная, не донатная. Надо будет пачки, не пачки. Новый герой показал. Мне интересно скины, давайте я вам покажу сейчас, как выглядят скины. Новые. Вот, но на нового героя скин вот так вот выглядит. И должен быть у нас скин вот на ледяного феникса, на ледяху. Так, вроде все обычное. Так, вот мне интересно новый вид атаки и дефа. Вот этого я не могу понять. У нас битва гильдии как раз идет. Может, где-то здесь. Так. Непонятно, в общем. Таблетки сейчас посмотрим, настройки. Я уже испугался, думаю, 60-й прорыв. Думаю, нифига себе, вы что, издеваетесь? Это было бы реально жесть. Так, здесь у нас, по сути, ничего не поменялось. Архидемон открыт. Не знаю, в общем, не вижу этой локации пока. Атакующий. Может, где-то можно создавать уже пачки. А ну-ка, в забашку зайдем. Создать команду. Непонятно, в общем. Магазин. Здесь ничего не поменялось. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Посмотрим. Посмотрю дальше. Пишите комменты, что вы думаете по поводу. Ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока. До встречи. Скорой.